Добро пожаловать на канал HardReset, и в данном видео я вам расскажу, как подключить колонку Harman Kardon Aura Studio 3 к вашему телефону через шнур мини-джек, а именно 3,5 мм. Для этого вам надо взять шнур мини-джек и вставить возле шнура питания. И после этого другой конец вставить в ваш телефон. И ваша колонка, и ваш телефон будут соединены и подключены. Большое спасибо вам за просмотр данного видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш YouTube канал. И до новых встреч!